Я посмотрела шоу «Элементарно» и плакала все это время. Это самый лучший фильм, который я видела в последнее время. Я вам отвечаю. Я плакала как не в себе. Лично, по моему мнению, каждый человек на этом свете должен сходить на этот фильм. Хотя он и кажется детским. Особенно родителям и парочкам. Он сблизит вас. И там очень классный смысл, который relatable, знаете? Очень, очень важный смысл. Это настолько гениально. Ну, хотя есть немножко у меня такой вопрос. Ну, там по логике немного странно. Если вода — это и есть вот эти вот челики, ну, вот эти существа, то почему вода в потопе — это не живые существа? Ну, короче, ладно. Суть не в этом. Суть, на самом деле, в смыслах этого фильма, и там очень несколько смыслов, и они очень классные. За что люблю Дисней, так это за их глубокие смыслы. Просто посмотрите. Это вода. Никому не советую пить кофе. Только с первой секунды трейлера я сразу поняла, что это стоящий фильм, что я 100% на него пойду. И вот в день премьеры я прям на него пошла. Это было просто... Это так трогательно, вы просто себе не представляете. А еще он учит, как выглядят здоровые отношения. И как к тебе должен относиться парень. Ну, больше с его стороны, как все должно быть. Вообще, вода — это просто краш мой. Пламя крышиха. В общем, вы меня услышали. Вперед.